Какую ответственность несет работодатель за нарушение трудового законодательства, условий коллективных договоров, соглашений? В каких случаях предусмотрена уголовная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы? Что делать работнику, если нарушаются права, правила предоставления отпусков? Смотрите программу «Прокурор в теме» 15 мая 18:15. Гость в студии Денис Рец, заместитель прокурора Ленинского района города Самары.